Конструктор Лего Дупла, домик Белоснежки. Коробка. Вот один из вариантов сбора конструкции игры, изображен на лицевой стороне коробки. Вот, собственно, все детали лежат на листике формата А4, чтобы примерно представить себе масштабы деталей конструктора. Для того, чтобы ваши детальки не потерялись, вы можете всегда их сравнить. На задней стороне коробки есть полный перечень всех элементов указан и их количество. Также номер детали, видимо, какой-то каталожный. Всегда можно сравниться с коробкой, все ли детали у вас на месте. На разных сторонах коробки изображены различные вариации, как можно собрать конструктор и играть. Вот здесь домик, дерево сделано из кубиков, стулья, Белоснежка и кролик. Вот здесь сделано дерево поменьше, цветочек, видимо, какой-то. С задней стороны еще есть такие вариации игры. Домик можно вот таким образом построить. Можно даже в каком-то доме побольше устроить камин и покормить кролика со стола, с тарелки с яблочками. Можно Белоснежку посадить на травку с цветочком и устроить ей тень под деревом. В общем, по коробке можно сориентироваться, как играть с этим конструктором. Вот основная деталь домика, такая, с окошком. Окошко отдельно снимается. Тут есть такие специальные фазики. Это отдельная деталь конструктора. Вот такие вот для вставки окошек. Вот отдельно окно. Окошко вставили, открыли, закрыли. Вот, собственно, сама Белоснежка. Вот так выглядит. Юбочка, сделанная из ткани, идет отдельно. Юбочку можно снять при желании. Вот она снимается на резиночке. Из ткани атласной сделана. Вот тут ножки у Белоснежки. Ножки также одеваются на все детальки. К примеру, можно Белоснежку поставить на стульчик. Вот она стоит на стуле. Никуда не упадет. Руки у нее двигаются обе. Белоснежка сама наклоняется. Вот может в положении наклонном быть. Голова у нее тоже крутится в разные стороны. Кроме того, как стоять, Белоснежка может также и сидеть на деталях конструктора. Юбка немножко мешает эти манипуляции производить. Вот Белоснежка сидит на стуле. Очень прочно держится, никуда не свалится. Вот села Белоснежка. Стол, к примеру. Поставим второй стульчик. И посадим кролика кушать вместе с Белоснежкой. Вот кролик надежно закрепился на стульчике. И поставим им на стол тарелку с яблоками. Такая симпатичная тарелка, тоже крепится надежно к деталям конструктора. Вот, например, так. Поставим ее на стол. Вот. Вместе скрепились детали, уже друг от друга никуда не денутся. Вот Белоснежка с кроликом кушают, сидят. Вот можно сделать им, поставить домик на полянку. Сделать крышу. Из имеющихся деталей. Боковые части крыши. Так вот приспособишь, как нам показано на основной картинке коробки. Так, вот получился чудный домик. Посадим на полянку цветочек. Цветочки тоже имеют крепление.
можно из цветочков выстраивать целый большой высокий этаж. Забор тоже крепится на элементы конструктора прекрасно. Может их соединять между собой. Так. Вот из коричневой детали можно сделать дерево, посадить. Вот птичка прилетела посидеть на дереве. Вот зеленая листва. Вот получилось целое дерево большое. Вот. Из остальных деталей можно что-нибудь придумать. Какую-нибудь стенку. Вот дерево на полянке. Белоснежка, кролик сидят за столом, кушают яблоки. Белоснежку можно, в принципе, посадить и в дом туда, с обратной стороны. Сажаем ее, вот она там у нас разместилась. Белоснежка открыла окошко и рада приветствовать своих друзей. Вот она там сидит. Будет угощать всех яблоками, видимо. Окошко прикрыли. В общем, вариаций на тему игры множество. Все друг за другом сочетается и крепится.